предлагаю вашему вниманию три рецепта пиццы. Пицца Маргарита, пицца Пепперони и пицца 4 сыра. Количество ингредиентов и рецепты также в описании под видео. Пицца Маргарита. Для теста на одну пиццу 100 мл теплой воды, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка сухих дрожжей и 2 столовые ложки муки. Перемешать до однородности и оставить на 15-20 минут в теплом месте. Далее добавить в опару щепотку соли, 3 столовые ложки растительного масла и 200-230 грамм муки. Замесить тесто на протяжении 8-10 минут. Переложить тесто в миску, смазанную растительным маслом, и оставить на 1-1,5 часа в теплом месте до увеличения в 2,5-3 раза. После тесто немного обмять и с помощью скалки или руками раскатать до желаемого диаметра пиццы. Переложить заготовку пиццы на противень, присыпанный мукой или застеленный пергаментом. Оставить заготовку на 10-15 минут. Соус для пиццы я готовлю, когда тесто стоит на расстойке. Для него понадобится 2 крупных помидора или 1 стакан измельченных томатов в собственном соку. Разогреть небольшое количество растительного масла в сковороде и добавить 1 стакан измельченных томатов. Помидоры залить кипятком, снять кожицу и измельчить блендером или натереть на терке. Протушить томаты 8-10 минут на маленьком огне. После добавить 2-3 зубчика чеснока через пресс, перец, соль и сахар по вкусу. Протушить еще 2-3 минуты и снять с огня. Соус остудить. Смазать пиццу остывшим соусом. Поверх выложить листочки базилика. И нарезанные помидоры с моцареллой. Поперчить по вкусу. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов Цельсия 15-20 минут. Достать пиццу с духовки и перед подачей по желанию украсить базиликом. Пицца Пепперони. Рецепт теста и соуса аналогичен, как в рецепте пицца Маргарита. Смазать заготовку томатным соусом. Для начинки также нарезать салями и сыр моцарелла. На заготовку сначала выложить моцареллу и после салями. Выпекать в духовке при 200 градусах Цельсия 15-20 минут. Пицца 4 сыра. Рецепт теста аналогичен, как в двух предыдущих рецептах. Используют 4 вида сыра. Пармезан, маскарпоне с горгонзолой и моцареллу. В этом рецепте пиццы соуса нет, но по желанию заготовку можно смазать оливковым маслом или ничем не смазывать. Равномерно распределить все виды сыра по поверхности. Приправить орегано. Запекать в духовке при температуре 200 градусов Цельсия примерно 15-20 минут до золотистого цвета. Благодарю за внимание. Всем удачи!